Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 120, упражнение номер 192. Рассмотрите рисунки. Произнесите каждый согласный звук. Б, Б, В, В, Г, Г, Д, Д, Л, Л, З, З, К, К, М, М, Ж, Ц, Ш, Ч, Х, Щ, Х, Х, Н, Н, П, П, Р, Р, С, С, Т, Т, Ф, Ф. Произнесите парные по твердости мягкие согласные звуки. В чем различие в произношении этих согласных звуков? Б, Б, В, В, Г, Г, Д, Д, Л, Л, З, З, К, К, М, М, Х, Х, Н, Н, П, П, Р, Р, С, С, Т, Т, Ф, Ф. Различие в том, что один из данных звуков произносится твердо, а второй мягко. Произнесите только мягкие непарные согласные звуки. Мягкие непарные согласные звуки – это ч, е, щ. Только твердые непарные согласные звуки – это ж, ц, ш. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.